Всем доброго-доброго утра. Я сегодня собираюсь на работу, а у нас сегодня на работе будет вечером после работы корпоратив. Ну, потому что работу никто не отменял. У всех, наверное, в крупных компаниях, я не знаю, как происходит, но у нас сегодня считается рабочий день, очень такой трудоемкий, сложный, тяжелый, особенно для меня, для главного бухгалтера, который ведет 3 организации. Сегодня нужно еще столько много дел сделать. Ну, ладно, девочки, вас не буду нагружать, у каждого свои проблемы, у каждого свои работы. Так что, а макияж остается макияжем. Поэтому что-то сегодня я вообще себе не нравлюсь. Нанесла уже тональный крем по-быстрому. У меня вот этот Star May очень хороший тональный крем, плотный для жирной кожи, для комбинированной кожи. Прям вообще, вот просто конфетка. И, конечно же, припудрила вот это моя любимая теперь стала пудра от Триумф. Я даже сроду не предполагала, что у Триумфа могут быть такие замечательные продукты. Собственно говоря, как и вот эта палетка. Она у меня уже старушенца-престарушенца. Видите, уже вся поломанная. Но сегодня я хочу сделать такой макияж в качестве подложки, Эта палетка очень даже достойная. Она там стоила тоже 3 копейки в каком-то продуктовом магазине в Белгороде брала. Это было 100 лет назад, но я ее не выкидываю, потому что вот сейчас решила сделать как бы синими оттенками. Я редко пользуюсь, в основном коричневые, сейчас у нас идут кофейные. А я хочу опять сделать макияж вот с такой своей любимицей, но здесь в основном идут красивые сверкалки, украшалки. Здесь базовых оттенков как таковых для темного макияжа нету. Поэтому я буду использовать сегодня в качестве подложки. У меня будет вот эти титана. Ну, вот этот нанесу, вот этот. Я не знаю, может быть, что-то там напридумываю, если у меня получится. Я всегда любитель чего-то придумывать. Ну, а в качестве украшения я, конечно, буду использовать вот этот оттеночек, вот этот на все подвижный уголочек, вот этим затемню. Не знаю, что получится, нужно собраться очень быстро, что-то я сегодня проконетелилась. Стало-то рано, а так время почему-то прям куда-то убежало. Сейчас еще по работе мне позвонили, сказали, там что-то срочное им надо сделать. Капец, короче, в конце года у меня всегда такой капец. Ладно, девочки, я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать вам здоровья, благополучия, чтобы вы были любимыми, счастливыми. И также хочу пожелать, чтобы у вас у каждого в этом году произошло что-то такое, чтобы сделало вас счастливыми и успешными. Ну все, приступим. А сейчас приступим к макияжу. Ой, боже, с чего начинать-то? Тут коричневого нет. У меня вот именно привычка, что я начинаю форму оформлять каким-то. Тут вот темный есть. Ладно, девочки, начну. Наверное, я вот с этого синенького аккуратненько буду им наносить. Ой, что из этого будет? Я не знаю. Ну, наверное, что-то будет. Ладно, если что, я здесь включу музыку.